В Тюменском театре «Кукол» выходные представят премьеру «Как ежик медвежонка спасал». В основе сказка тюменского писателя Сергея Козлова. Это работа для семейного просмотра. Ставит спектакль режиссер из Москвы, а все роли исполняют новые актеры. Они приехали в наш регион из Нижнего Новгорода. У них был маленький короткий перерывчик, и они приехали уже и стали профессиональными актерами театра. И я так понимаю, что это их первая самостоятельная работа. То есть у них уже были вводы в различные спектакли текущего репертуара. Вот. Но самостоятельная работа, первая работа в профессиональном театре – это этот спектакль. И я думаю, что поклонникам театра «Кукол» будет интересно посмотреть. Кроме премьеры, зрителей ждут и другие обновления. В Большом зале сделали косметический ремонт и заменили кресла на более удобные. А в субботу коллектив еще и устроит театрализированную развлекательную программу и проведет ярмарку билетов.